Сейчас работает, да? Насколько мне известно, половина Чернухина занята уже нашими бойцами. Первый блокпост, который стоял отсюда до нас, укропы просто взяли и бросили его, убежали оттуда. Наши ж как бы уловили этот момент и поперли туда, захватили. Трофеи есть, потери тоже есть. Как еще, блин? От Чернухина до Дебальцева километров 4 где-то. Почти рядом. То есть это прямая дорога до Дебальцева уже получается, да? Да, да, да. Прямая дорога до Дебальцева. Это по трассе есть. Потому что по трассе прямо идешь, а поселок с левой стороны. То есть как на Донецк ехать. Ну, то есть взять Чернухина, это как бы ближе к Дебальцеву подойти. Мы сейчас туда едем, да? Да. Тут это уже. А что случилось? На противотанковую мину наехали. Вот это левое, правое колесо оторвало. Даже вот этот люк водителя вместе с шапкой улетел. Да? Сейчас падает. Кого? Иди сейчас падает. Падает иди? Да. Дебаль, окраина. Окраина Дебальцева? Со стороны Дебаля. Со стороны Светлодарска. А вам мать оборону укропу. Я давно не гулял. А что это было? Это обстреливали укропы своих же. А, ближайшую позицию укропа. Здесь из Чернухина. Они думают, когда мы наступаем на них, они думают, что мы возьмем, и поэтому они их обстреливают сами себя. Сами себя херачат, блядь. Обстреливают. О! О! Еще раз два, давай! Почистить. Пускай парням покажут, что здесь власть сила есть, не жалей. А? Я до конца прям выезжаю до конца. Он подбирает. Да, туда прям пошел. Только что разведка говорила, что вот с той стороны по вот этому полю наступает украинская пехота. Сейчас наш бэтер поработает в ту сторону. Отработали укроповские позиции. Возможно, была прорыв укропов. С стороны Чернухина. Придавили их, показали, что мы здесь есть. Отработали с КПВТ. Вот и бойцы украинской армии. Как они погибли? А с подбитого танка. С подбитого танка? Наши подбили танк, это экипаж танка. Которого укропы бросили на растерзание нам. Укропы кинули, а вон, посмотри, американские берцы. Замечательно. Видишь? Американское обмундирование. Наши подбили. Вон, посмотри, вон. НАТОвская курточка у него. НАТОвская курточка.